Всем доброе утро, ребят. Ну что, дали нам наборчик за один самоцвет. В принципе, неплохо. 50к кулаков, 100 книг, значки, кристаллики нового суперпитомца. Не знаю, вот у меня сомнения по поводу нового героя донатного. Это, конечно, жесть. Это, по сути, может быть вторая Махатма, у которой плюс 100 скорости атаки, только еще с игнором. Блин, ну очень-очень жесткие показатели какие-то у героя, честно скажу. Кулдаун, конечно, большой, но если она будет включаться сразу, конечно, жесть. Понижение крита, чистый урон 16 раз, нанесение урона по 160. Игнорирует ограничение урона своих целей. Ну, это просто жесть. Иммунитет к оглушению, молчанию. Не знаю. Возможно, еще где-то будет сработка по поводу включения, потому что, насколько видно, герой получает иммунитет. То есть не имеет иммунитет, как там многие, да? Кто там у нас с иммунитетом такой есть? Молчанки сразу же. Ворожей, да? Герой имеет иммунитет, а тут он получает. Но это такое. В общем, ждем. Ждем. Думаю, скоро соберем, посмотрим. Поехали в королевскую битву. Я вам показывал ее до обновления. Сейчас я хочу попробовать ее после обновления, попроходить максимальный левел в русский сервер. Для сравнения наград до и после. У нас тут выпадало, по-моему, по 50, по 70. Сейчас уже 147. То есть два раза, по сути, увеличили награды. Сейчас я создам получше команду. Какая-то печальная очень. Чтобы быстрее убивать. Двести девятнадцать, неплохо. Так, есть даже такие есть, вот так вот. На Тайване один раз я видел такую пачку элитную, но там, скорее всего, из-за того, что кбшка не прокачанная была полностью. Вот уже на максималке 1200 за элитку. Значит, демоны, не знаю, демоны там вылазили очень часто. Сейчас посмотрим, что тут у нас с демонами будет твориться. Но даже за такую элитную пачку очень крутые награды. Интересно, что будет по этому. По торгашам. 1200 опять. Так, теперь месса. Поехали, будем их убивать. Огники в центре, нифига себе. Здесь больше даже роль играет не месса, а огник в центре. Так, поехали его дамажить. Но его, конечно, дамажить сложновато. Препарат роста. По 1000 дают. Ну, тоже неплохо. По 1000 за пачку. Еще 80. Ну, прибавка плюс 18, конечно, ни о чем. От питомцев, но видите, здесь все-таки больше элитные пачки, нету демонов, странно. Может, они заменяют, ну, я показывал, они одинаковые, в принципе, может, они заменяют друг друга. Там просто демоны вылазят. Я поищу. Кстати, интересно, сколько здесь, там 20 с лишним дали, 600. Будет ли 1200 в два раза, нифига себе. Офигеть. Ну, по кристаллам я вам скажу, очень даже ничего. Мне нравится. По кристаллам вообще огонь.
Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. Ну, торгаши как-то странно не вылазят. На Тайване там один за одним выходят, а на русском сервере. Очень странно. И демонов нету. Возможно, из-за левела. Вчера здесь было дофига сокровищниц. Мы их открывали, на Тайване не было. Сейчас посмотрим, или сейчас у нас это будет. Нормальное такое усиление демона. Это хай левел уже. Это не 15 левел. Было бы неплохо, чтобы можно было как-то отдельно это все вывести и видеть, сколько у него там жизни остается. Надо тыковку ставить. За прикол, три раза, ребят, будем бить. Понятно, тыковки нету, нужна тыква. Четыре двести, и посмотрите, какой божественный мешок с эмблемами. Нифига себе, вот это плюха. Интересно. Давайте сразу же откроем, пойдем. А я-то надеялся, сейчас будет прям мега вау. Ну, тоже я вам скажу, посмотрите, шанс на ремку, на оживу, кстати. Ремка ожива вообще супер. Вот, пожалуйста, пятая ремочка. Отлично. Это однозначно плюс. То есть, есть смысл качать КБшку теперь. Ну, как есть. Я-то не буду, наверное, на английском сервере, потому что на это уйдет как минимум месяц. Я не знаю, ли мне 2500 хватит для прокачки. А, вот, наконец-то мы словили демона. У нас не хватает места на складе. И не хватает. Увеличение они склада не сделали. Красавчики. А ты что хочешь, то и делай. Так, мне интересно еще половить сейчас. Вот есть отличный торгаш. Видите, вот пятый ожог. Нормально, я скажу вам, это очень даже круто. Супер. Хоть какой-то шанс у без донатов теперь будет. Сюда. Собрать редкие очень эмблемы. Ну, я скажу так, они очень удачно реанимировали эту локацию. На 30 левеле, как видите, плюхи в разы круче, нежели мы бегали на 15. С демонов 5 все-таки сундуки падают. Но опять же, до 30 качать надо без доната очень долго. Ну, сейчас дается очень много возможностей. И смотря, конечно, какой сервер, чтобы прокачать по максимуму. Сейчас посмотрим, что у нас на этих демонах будет. 180-е уже. Нифига себе. По-любому поярче будет, нежели на Тайване. Пятый изворот, ребят.
Нормально. Я скажу, это очень даже нормально. Самое основное это то, что увеличили количество кристаллов. И здесь, как видите, у меня выпадает побольше разных этих. Элитные пачки намного чаще вылазят. Ну, там лавел был маленький. 1200. Вместимость склада не позволяет. Давайте пооткрываем. Открывать тут надо продавать. Ну, в два раза больше. Огромный урон. Ну да. Поехали еще попробуем. В общем, вот так вот. По плюшкам круто. Единственное, атаки до сих пор не нашли новые сундучки, которые показали. Неизвестно, где они. Это, конечно... Интересно еще, ну а так по улучшению, по плюхам, я вам скажу, очень даже круто. Мне понравилось. Однозначно реанимация локации прошла удачно, особенно для бездоната. Ну, конечно, смотря кто сколько, какой у кого лавал, кто играет давно, я думаю, до 30-ки уже дошли. Потому что у меня здесь 30-ка уже больше года. Поэтому я думаю, что многие без доната это уже сделали. Так, стыка какая-то. Отлично. Дело пойдет быстрее. Четыре 200 и божественный мешок за каждого демона. Ну, это однозначно плюс. Самое плохое то, что не видно вот этих сокровищниц. Может, на них шанс очень маленький, не знаю. Пишите, кто вытащил хоть одну. Ну, я после обновы, что на Тайване, что здесь, просто не видел. До обновления мы побегали, посмотрели. Реально очень круто. Вот, пятая огненка. Супер. Хоть она и за самоцветы, но это пятая уже. То есть как-никак постепенно можно будет и ожог, и огненку собрать. То есть для бездоната это однозначно плюс. Чтоб там не говорили, что это дорого, это то, но это халявный шанс собрать топовую эмблему для бездона. Сокровищницы, конечно, к сожалению, нет. Но вот полезли торгаши. Так, давайте попробуем по сундучкам пройтись. Тут у меня больше возможностей пооткрывать сундуки. Было бы неплохо, чтобы они еще увеличили количество запаса ходов. Это было бы тоже намного лучше, чтобы увеличили там 160, например. Увеличили саму полоску набираемой.
а то и больше. Скорость не обязательно, а именно сама полоса, и было бы очень круто. Так, еще один торгаш. Смотрите, как вылазит неплохо тоже с открытия сундуков. Неплохо. В общем, вот так вот, не знаю, мне нравится, если учитывать то, что это усиление, улучшение и польза для бездоната, это однозначно один из самых больших плюсов ПБшки. Многие не фармят, это понятно, но для тех, кто фармит и для тех, кто играет, это отличный результат, потому что красные кристаллы нужны будут для прокачки и прорывов, и эмблем, и кучу всего надо сделать, поэтому это однозначно плюс. Единственное, вот неизвестно, что с сундуками, где они делись. Просто нет. Опять демон. Демон, который отражает урон. По 60 тысяч отражает. Вот смотрите, ну здесь вот легендарный. Вот типа с топовых дают сразу же пятый эмблем. Ну, что я могу сказать? Отлично. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Не знаю, пишите, кто что еще здесь нашел. Ну, я вроде так по максимуму показал. Единственное, я не знаю, где сундуки. То ли их убрали, то ли шанс на их выпадение очень и очень маленький. Ну, думаю, с этим разберемся. Все, всем удачи, всем пока.